Всем привет, дорогие друзья! Человек-вентилятор, он же Шовхал Чурчаев, стал поистине популярным персонажем на этом канале. Его популярность настолько велика, что он смог затмить собой небезызвестного похмельяненка, про которого все как будто бы забыли в последнее время, и теперь с радостью наблюдает за похождениями воздухана Чурчаева. Это нереальный успех. Шовхал тогда в клетке оскорблял других бойцов, будто бы они не настолько медийные, как он, и будто бы они совсем ничего не стоят. Посмотреть, они какие здесь, какие-то непонятные бойцы. Шовхал неуважительно говорит о действующих чемпионах лиги, что они какие-то непонятные бойцы. Я говорю по медийности. И да, он во многом был прав. По медийке никто теперь не может с ним сравниться. Такого черного пиара и антихайпа не было ни у кого в этом зоопарке. Тут он реально номер один и отработал на все 200%. Если почитать, что пишут люди в комментариях под его постами, то обнаруживаем такую картину, что самыми популярными комментариями там являются следующие. Кто не лайкнет, тот Ильяс Якубов и Шовхал. Не обращай внимания на хейтеров, они правы. А положительные комменты в основном пишут либо боты, либо люди из окружения самого Чурчаева. Вот уж отрицательный успех и отрицательное увеличение репутации. Так держать, теперь великий вентилятор поистине номер один по хейту среди всех бойцов по ПММА. Даже мастер спорта по КФС Т-34 не может похвастаться подобным, хотя он регулярно уничтожает свою репутацию на протяжении многих лет. Но в сравнении с воздуханом он просто как ребенок, который плохо учился в школе и не смог постичь истинное искусство кринжа. И похмельяненко сколько бы ни бухал и не обсыкал аэропорты, но даже у него не вышло превзойти легенду воздушных единоборств. Шовхал продолжает делать вид, что все нормально и ничего не происходит. Он выкладывает сторис с отдыха, а также демонстрирует нам, как нужно бежать с боя. Все по заветам великого велосипедиста Ильяса Якубова. Видимо, давал ему уроки именно он, но как нередко бывает, ученик превзошел своего учителя. Также Шовхал, видимо, решил начать собирать 11 миллионов, которые ему необходимо будет выплатить по иску от хардкора, и стал рекламировать разводняки, так как за них больше всего платят. Есть крутая новость именно для вас, друзья. Каждый из вас может воспользоваться 1К подарок по этой ссылке, так что газуем. В очередной раз идет реклама некого конкурса, в котором вам обещают просто так 1000 рублей за то, что вы перейдете в телеграм-канал и зарегистрируетесь там. Я попробовал ради интереса сделать это, и о чудо, таки реально обещают деньги, вот только после того, как подтянутся другие участники раздачи. А значит, никогда. Вся эта схема стара как мир и активно используется для того, чтобы привлекать как можно больше аудитории в свои лоховские проекты. Вангую следующую картину. Через пару дней там наберется нормальная такая аудитория, и канал будет переименован в какое-нибудь казино или прогнозы на спорт, или же будет какой-то другой разводняк, в котором вам будут обещать золотые горы. Не бывает ничего просто так, и никто никаких денег в интернете вам не даст, сколько бы вы себя этим не утешали. А у каждого блогерочка есть лояльная аудитория, которая верит всему тому, что он скажет, и поэтому разводилы покупают рекламу, чтобы доверчивая публика приходила и заносила свои бабулесы. И очевидно, что и сам Шовхал понимает это, он знаком хорошо с Тамаевым, и они нормально общаются. А Тамай — это известный лохотронщик, который уже 4 года как сам занимается разводом своей аудитории. И понятное дело, он зарабатывает намного больше, чем человек-вентилятор. А вентилятору нужно отдавать деньги, вот и пошел по стопам вечно не стареющего 16-летнего школьника. Ну и это далеко не предел пробивания дна самого дна. Шовхал даже выпустил свой рэпчик про Сульянова и хардкор. Я оттуда не болтовать ушел, а лицемеров все хранят душу. Сульянов гад, и мной зажат, а перс мгновенно сдал назад. Меня хотели очернить, мою карьеру вы хотели хоронить, но гангстеру никто не может в лицо все это говорить. Да, действительно, нужно на большую сцену, а то такие таланты тут пропадают. Теперь ждем 100-500 треков, в которых будет повторяться фраза «Я гангстер». Его друган Ильяс Якубов даже записал ролик, где он перезаряжает свой пистолет. Наверное, такой же игрушечный, который был у вентилятора, когда тот напал на перса и кричал свою знаменитую фразу «На колени». Я был там пистолетом, да, игрушечным. Да, получается, ты его ударил, подожди, и достал пистолет. Подожди, настолько народ тупые некоторые, которые пишет, что у меня был был боевой пистолет, это не было. Вот мое оружие, что у меня. Просто на пистолет про игрушечный. Я могу это доказать. Да. Игрушечный пистолет, оглашенный, который пульки бьет. Главный гангстер по ПММА. Но же мы договорились, так у нас шоу. И все мы в курсе были. Мариф был в курсе, все в курсе, это шоу. Вот они, истинные показушные гангстеры. Кстати, 3 часа уже давно прошло, а результат-то где? Или же у нас гангстеры только на видео? В реальности эти бандитосы бегут на край земли. Беги на край земли, из последних сил, беги, слышишь? А в сети также утекла запись разговора брата Чурчаева с представителями хардкора, на которой четко слышно, что там они все вещают о том, что у Шовхала плохо со здоровьем. Не способен драться, просто оставьте этого парня, делайте свои дела. Всю энергию отдал, всю энергию, он не горит. В таком состоянии на бой не выходят. Он не может драться, адреналин, ярость, вот это вот нету, все потухло, вся энергия высосана. Я приеду, я здесь! Ты красавчик! Да! Да, Шовхал, ты здесь! Ты красавчик, Шовхал, да! Вы вообще вдумайтесь, какое это наглейшее балабольство. Он там не выглядел как тот, кто страдает от проблем с физическим здоровьем. Про ментальное я не говорю. Такого штриха нельзя называть психически здоровым. На фитнес-канале мною была подробно разобрана эта тема, и я четко продемонстрировал вам, что не так с психикой у нашего сегодняшнего героя. Можете глянуть тот ролик, он довольно познавательный и информативный. Так вот, сравнивая то, что было тогда в октагоне и что вещает команда вентилятора, становится очевидным, что они изначально не планировали проводить какой-либо бой. Надеялись, что смогут протолкнуть тему, что, мол, он не смог сделать вес из-за проблем со здоровьем, и таким вот образом бой отменили. Так как не по правилам, когда один из участников не влазит в категорию, а в любом серьезном промоушене за это бы его не допустили, и никто бы драться его не пустил никуда. Но хардкор — это больше спектакль и шоу, чем реальные бои. Да и сам Перс не дал заднюю, на что они, конечно же, тоже рассчитывали. И спутал все карты этой шайки-лейки. Потом в ход пошла показуха. А далее был сам побег на край земли. Вентилятор по-прежнему настаивает на том, что он намерен провести бой с Персом на Hype Fighting и уже в сентябре этого года. Вот только вся фишка в том, что сам Перс был не в курсе, что они там собираются что-то проводить. Насчет этого фото я вообще не в курсе, не знаю вообще, о чем речь идет. Пока информация, ничего, никто мне ничего не сказал. И опять мы видим, как воздухан пробует навязать свои правила и сам придумывает то, чего в природе и близко нет. Сам назначает сроки, которые не согласованы обеими сторон, и сам выставляет условия, хотя в этой ситуации он выглядит как персона нон-грата. И он должен сам говорить о том, что согласен на любые условия, и на любые условия, в принципе, которые назначит его соперник. Пару дней назад он снова выходил в эфир с Персом, и, естественно, как всегда, был не один, а вместе со своим цепным псом Ильясом. Ты смотри, как? Я точка поставлю, подожди, я точка поставлю, сказать. То, что было, это уже было, прошлое, это нам не вернуть, это не изменить, случилось, да. Ты вышел, там был, ты вышел, весь сделал, все как положено ты сделал, да, я не сделал, весь не сделал, это моя вина. Из-за меня не случилось это бой. Я полностью собрался, я признаю свою вину. Я готов нести ответственность, то, что я не сделал контракт, то, что я не сделал весь, да, по контракту, это моя вина. А ты, Перс, как вы не хотели этого боя, долго не Всевышний, ту ночь не предписано было нам подраться. Да, вот вам и серьезные гангстеры, даже в прямой эфир выходят толпой. Ильяс там большую часть времени молчал. Серьезные ребята всегда ходят с группой поддержки, даже в интернете. Можно только поугарать с такой вот кринжатины. Ходят слухи, что даже на детских фото Шовхала сзади стоял Ильяс в кепке и с бородой, чтобы, так сказать, добавить грозного вида своему другану. Все эти балаболы даже и близко не осознают, как люто они позорятся. Но это тот случай, когда, что бы ты ни сделал, всегда только больше будешь себя закапывать. Самое лучшее, что они могут сделать, так это просто молчать и не позволять обзорщикам генерировать контент про них. Хотя они нехило помогли мне увеличить аудиторию и просмотры на канале. Так что мне грех вообще жаловаться, пока пьяный мастер отсутствовал, они превзошли все мои ожидания и стали новыми генераторами контента. Эх, Емеля, уже не тот, сдал позиции свои. А на этом пока все. Как всегда, став сам знаешь что, и кто сами знаете что не поставит, тот сами знаете кем станет. До новых встреч, увидимся!